Я благодарен зрителям, которых заинтересовала правда о 50 квартирах Караулова. Меня спрашивают, что такое, как же они называются-то, Андрович появился опять. Мы ведь его вроде как грохнули. Некие люди выделили определенные бюджеты на то, чтобы убить имя. Что такое убить имя? Это когда из большого-большого интервью, из контекста, выдергиваются какие-то слова. Из них лепится, из этих слов, с помощью двойного-тройного монтажа. Это технически очень легко сделать, некие фразы. И появляются, пожалуйста, вот такие заголовки. «Сколько украл паразит» — это якобы Караулов. «О Путине скандал века». На это выделяются деньги. Я уже знаю, что говорю. Даже знаю, кто. Путин политимпотент. Позиция Андрея Караулова тоже Андрович. Все, канал ко мне не имеет никакого отношения. Это специально Денис Казанский. Путин все провалил. Караулов в шоке от бездарности. То есть люди воруют наши материалы, делают из них черт знает что хотят. Пожалуйста, есть, появился канал Андрей Караулов. О! Мы уже штук 60 таких вот негодяев убили. Это люди, которые зарабатывают, ну как копейки зарабатывают, там много не заработаешь, это YouTube. Но они убивают имя. То есть я хочу сказать одно, они делают назло другое. Когда Сергей Чемезов писал свое заявление о Караулове, как я знаю со слов дознавателя, я так это заявление не увидел, и дело клевета уголовное было, он указал, что есть некий канал «Колокол», который что-то такое, там Караулов якобы выступал. Я не знаю канал «Колокол», оказалось, что это украинские товарищи, причем сделали, судя по всему, специально. Не только для Караулова, еще для двух десятков людей, каких-то конкретных материалов. То есть по-своему режут часовое интервью, оставляют из часового интервью 5, 6, 7, 11 минут, рекламу вставляют туда, говорит колокол, и коверкают фразы как хотят. А потом, пожалуйста, вот ты попался на глаза Чемезову или тем людям, которые сочиняли это его заявление в московское дознание, все, клевета, ты, Караулов, оклеветал ваш голос. Это, голос-то мой, только фраза не моя. Это как такое? Там все дознаватели, которые не понимают, что есть такая профессия хакер, когда ты какой негодяй. Именно негодяй. Хакер – это профессия негодная. Заходит в интернет и либо что-то ломают, воруют, либо крадут и на этом зарабатывают, или выполняют чей-то заказ, пытаясь убить твое имя, журналист. Вот, пожалуйста, Караулов, почему-то я с Гордоном сижу, Путин развалил армию, новый канал Андрей Караулов. Караулов не имеет никакого отношения. 1 минута 28 секунд. Такой гадости. Караулов на эшафот Медведева. Арест Медведева потряс Путина. Какой арест? Нет, я ничего про эшафот не хочу сказать. Может быть, конечно, кому-то что-то... Но это не мой текст, то есть голос мой, а фразы не мои. Это же не статья в газете, где ничего не вырежешь. Но газета есть газета, интернет-то отличается. Там другая технология. Пожалуйста, Чиполлино опять появился. Это мы уже одного Чиполлино заставили Google убить. Потому что, ну, тоже воры какие-то. На 3 минуты 54 секунды из диалога с Полтораниным. Тоже вот постарались. Еще раз, 60 сайтов, таких вот негодных сайтов, мы отправили на тот свет. То есть писали свои соответствующие реляции в Google, на YouTube. Там проверяли, долго проверяют. Проверяют не один месяц. Мои сотрудники замучились. Мы не по одной жалобе на тот же Чиполлино или Андрович. Раньше он был Андронович, а сейчас Андрович. Но меняют букву и снова открывают. Жалко, что ли? И снова Караулов. 1.5 минуты или 1.5 секунды. Это же ваш голос, кто-нибудь скажет потом. Да вроде как мой. А фраза ваша, а это не важно. Если голос ваш, значит и фраза ваша. Да нет, не мои. Я никогда не видел Путина на эшафот там или куда-то еще чего-то такое. Ну, не сошел же я с ума. Какой эшафот? У нас другая позиция. Она известна. Нет, нифига. За это тоже приходится отвечать. Да, выделяются бюджеты. Да, это трудная работа. Из часового интервью найти минуту или склеить слова на минуту. Это монтаж. Это смена монтажа. Это надо постараться. Значит, надо картинку красивую сделать, какую-нибудь музыку присобачить и выдать, так сказать, за некий первоисточник, вот некий родной, так сказать, вариант Караулова. Это надо постараться. Для чего это делают, понятно. Теперь уже понятно. Так борется с журналистами. Я очень прошу
всех моих зрителей, если на YouTube, ну, этим YouTube отличается прежде всего, там только один канал Караулов, он так и называется, говорит Караулов. Все остальное это воры. Это воры. Дело давнее, но однажды именем Российской Федерации суд постановил, что момент истины — это не Караулов, моя передача. И я не я. Я проиграл этот суд. Я ничего против не имею. Пусть буду не я. Это суд решил. Мы один суд выиграли, а второй сказал: не-не, Караулов, момент истины никакого отношения друг к другу не имеют. И я согласился с таким решением суда. Господи. Да пусть они называются момент истины. Там юристы какие-то, значит, юридическую помощь оказывают. Да ради бога. Я уважаю решение суда. Я не оспаривал это решение суда. Я не пошел в кассацию. Я с ним согласился. Почему согласился? Когда-то был такой замечательный член Политбюро, серый кардинал его называли, Михаил Суслов, дважды герой социалистического труда. И Суслов пригласил к себе в кабинет великого человека, лауреата Нобелевской премии, Николая Николаевича Семенова, как одного из самых влиятельных людей в Академии наук Советского Союза. «Что случилось?» – спрашивает Николай Николаевич. «Ну как же, – говорит Суслов, – ну вот товарищ Трапезников, Николай Николаевич, Леонид Ильич, как вы знаете, доверил товарищу Трапезникову возглавить отдел науки ЦК КПСС. А вы, товарища Трапезникова, прокатили в академике. Ну как же так, Николай Николаевич?» «Господи, Михаил Андреевич, он уже был старенький, Николай Николаевич Семенов. Миленький, да если вы скажете... Да изберем мы товарища Трапезникова. Да куда скажете, туда и изберем. Господи, не это страшно, другое страшно. А что страшно, Николай Николаевич? А вдруг товарищ Трапезников подумает, что он действительно академик? Так что, ради бога, пусть будут Андровичи, хотя нет, не надо, чтобы они были, но вообще, конечно, это свинство. Реально, на глазах раздевают, что называется, без ножа режут. Просто берут фразы еще раз и делают из них тот смысл про эшафот, про паразит, про импотент, какой им, этим негодяям, нужен. Так вот любой человек представит себя, да, на месте журналиста. Сегодня ты говоришь то, что ты говоришь, а завтра ты открываешь интернет, и какой-нибудь следователь открывает твое, якобы твое интервью. Голос-то вроде как тот же, а там черт знает что, и отвечай за это. В такое время живем. Такое у нас. Такая у нас социальная сеть.